Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. У этих людей в голове всегда полно идей. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Обладатели этого имени наделены разными талантами и способностями. Неоценимые качества помогают им многого добиться в жизни, достичь тех высот, о которых они мечтают. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.